Дорогие друзья, всем привет! С вами интернет-магазин «Продавец воздуха» и сегодня у нас обзор мойки воздуха от Балу, их модели АВ-325. Начнем с того, что расскажем, что такое мойка воздуха. Если вы об этом знаете, то можете пропустить этот раздел. Дальше мы поговорим о ее характеристиках и покажем вам ее внутреннюю часть, какой у нее бак, какие диски, какой у нее функционал и так далее. Так что присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Что же такое мойка воздуха? Это устройство для увлажнения и очищения воздуха. Это универсальное устройство. В основе ее действия лежит принцип естественного испарения, то есть ей нельзя переувлажнить воздух. Поэтому, если вы хотите взять устройство, которое будет работать максимально автономно, в которое вам нужно только доливать воду, без разницы какого качества, хоть чистую, хоть из водопровода, то, друзья, пожалуйста, обратите внимание на мойки воздуха. В отличие от ультразвуковых увлажнителей, она не требовательна к качеству воды и она не выдаст белого налета наружу. Поэтому это еще один ее плюс как устройство. Что касаемо характеристик, то объем мойки 5,7 литра, производительность по воде 300 грамм в час, управление сенсорное, а мотор крутится в 4 разных скоростных режимах. Казалось бы, на этом все, но давайте поподробнее остановимся на каждом пункте и расскажем и покажем вам, что за счет чего формируется. Что касаемо объема, то достигается объем 5,7 литров не при помощи одного бака, но еще и при помощи поддона. Что касаемо самого бака, то он ударопрочный, то есть даже если вы его уроните, ничего с ним не случится. У многих моек воздуха он выполнен из пластика, который достаточно хрупкий. И с этим баком не будет ничего. Единственный его минус, то что его никак не поставить ровненько. Поэтому, когда вы будете заливать в него воду, вам придется однозначно держать его за горловину. Из других плюсов, горловина достаточно широкая, так что сможете без проблем залезть рукой, ну если она у вас поминиатюрнее, чем у меня, вот, или пролезть щеткой, то есть вымыть бак несложно. Что касаемо самого поддона, то он без каких-либо сложных рисунков, поэтому ухаживать за ним также будет достаточно легко. Также в нем кроется серебряный стержень. Что касаемо самих дисков, всего их в барабане 21 штука. Рисунок дисков нисколько так не замысловатый, есть диски с намного более сложной структурой, вот, то есть здесь диск сам по себе гладкий, на нем есть специальные дорожки, которые удерживают на себе воду, не давая ей скатиться за счет центробежной силы. Если вы смотрели другие наши видео по мойкам, там Electrolux или Banneco, где есть дисковые, по дисковым мойкам, то наверняка обращали внимание, что там намного сложнее структура, так что там удержание воды больше. И поэтому у этой мойки воздуха производительность именно 300 грамм в час. Что касаемо управления, то в отличие от тоже многих других моек воздуха, а это бюджетная мойка воздуха, там всего 12 тысяч, здесь оно сенсорное. Есть 4 скорости вращения вентилятора, и в ночном режиме она работает достаточно тихо, а в дневном она немного, так скажем, шумит. Но об этом мы вам покажем немножечко позднее. Итак, друзья, мойка в боевой готовности. Давайте мы сейчас ее включим, покажем вам, как она работает, как она по шуму. То есть вот, мы ее включили. Сейчас я перевожу ее в максимальный форсажный режим. Вот. Немножечко помолчу, чтобы вы послушали, как она работает. Вот так она работает на максималках. Сейчас я переведу ее в минимальный режим, пока вентилятор, так скажем, уменьшает частоту своих вращений, становится постепенно тише. И сейчас я снова немножечко помолчу. Она работает тихо, она мурлычет, как котенок. То есть, по сути, вообще никак не мешает, спать с ней можно спокойно. Что касаемо других функций, то у нее есть гигрометр и гигростат, что на самом деле очень классно. Это есть далеко не у всех моек воздуха. Как правило, это удел премиальных моделей. Что такое гигрометр? Это устройство для измерения уровня влажности в помещении. Гигростат – это устройство для контроля мойки воздуха. То есть, к примеру, вы задаете максимальную влажность в 50 или 55%, ну, любое значение. И по достижению этого значения мойка выключается. Как только значение падает, мойка включается. То есть у вас, по сути, появляется автоматический контроль уровня влажности. Что касаемо других функций, есть автоматический режим, то есть мойка будет подбирать оптимальную влажность, исходя из температуры в помещении. И есть очень классная функция, это режим самоочистки. То есть как она работает? Она блокирует работу вентилятора, начинают крутиться только сами диски. Сейчас давайте мы попробуем тихонечко к вам ее развернуть. Мы специально убрали бак, чтобы вы посмотрели, как это все происходит. Вот, блокируется работа вентилятора. Крутятся только диски. Вы засыпаете туда либо профессиональную химию, либо какую-нибудь лимонную кислоту, и диски моются, моются, моются в этом растворе. А потом вы просто несете их под душ, споласкиваете, заливаете свежую воду и снова включаете мойку, и она в полной боевой готовности. Вот эта функция у этой мойки, это прям вау, это прямо класс. То есть вкупе с сенсорным управлением, с гигрометром, гигростатом, четырьмя скоростями вращения вентилятора, и такой далеко не у всех, мойка очень классная. То есть это реально очень интересная мойка из достаточно бюджетных моделей.
Друзья, в этой мойке воздуха есть одна интересная дополнительная опция. Это аромаконтейнер или аромакапсула. То есть вы можете капнуть сюда несколько капель эфирного масла, вставить это все дело обратно, то есть в отсек, который находится рядышком с мотором, и любимый вами аромат быстро распространится по вашему дому. Важно, друзья, никогда не капайте эфирное масло в воду. Это будет не гарантийный случай, это рано или поздно приведет к поломке прибора. Поэтому эфирное масло только в аромаконтейнер. Итак, друзья, что мы имеем? Бюджетная мойка воздуха с очень неплохим функционалом, который есть далеко не у всех моек воздуха, даже из премиального сегмента. Производительность 300 грамм в час. Да, это не самый большой показатель, но тем не менее, его будет достаточно для того, чтобы устойчиво увлажнять помещение. Вы можете купить эту мойку воздуха в нашем интернет-магазине. У нас есть доставка по России, а порой она бывает даже бесплатная. Следите за этим у нас на сайте. Буквально недавно мы отправили мойку воздуха в Оренбург для Ильи. Привет, Илья, если ты нас смотришь. Так что, друзья, заходите к нам на сайт, смотрите фотографии мойки воздуха, они у нас авторские, они у нас максимально красивые, мы специально стараемся показать вам весь товар максимально подробно, таких фотографий нет ни у кого. Далее мы продолжим снимать для вас видео по мойкам воздуха, по очистителям, начнем кондиционеры, водонагреватели и прочую технику. Так что подписывайтесь на наш YouTube-канал, заходите на наш Instagram, там тоже бывают интересные красивые фотографии. Ну, а на этом на сегодня все. Всегда с вами интернет-магазин «Продавец воздуха».